дает энергию на весь день. От него зависит продуктивность нашего дня. Именно плотный завтрак является профилактикой переедания. Итак, каким же должен быть завтрак и из каких продуктов состоять? Во-первых, там должны быть сложные углеводы и какие-то белковые продукты. Сложные углеводы у нас обычно это крупы. А крупы, соответственно, каши, да, утром. Очень полезна овсяная каша, гречневая каша. Не только потому, что у них там какая-то низкая калорийность, да, именно по содержанию витаминов, минералов, по питательной ценности они являются очень полезными, ценными кашами. Тем, кто стоит на пути к стройности, следует избегать манной каши и рисовой, потому что они очень-очень как бы много калорий содержат. У каждого из нас свое время для завтрака, но, как правило, утренняя трапеза должна наступать через полчаса после пробуждения. До завтрака желательно выпить стакан воды, чтобы организм проснулся. Бывают люди, которые прям не могут с утра есть. Вообще не хотят есть. Такое тоже бывает. Им просто рекомендуется немножко отсрочить. На час, на полтора можно просто отсрочить завтрак, когда организм окончательно проснется, когда у нас в крови уже кортизол повышен будет, и потребность, аппетит повышается, соответственно, и человек уже захочет есть. Если с полезностью завтрака мы определились, то для человека, который следит за своим здоровьем и формой, очень важен размер порции. Средняя порция завтрака должна составлять 150-250 грамм. Смотря от веса человека, от пола тоже зависит, да, мужчинам, конечно, больше надо. Поэтому 150-250 грамм каши, например, вот одна порция. Если это яичница, то 2 яйца. Вообще более 2 яиц, 2 желтков в день не рекомендую употреблять. Например, 2 яйца плюс овощи или плюс фрукты. Примерно порция такая должна быть. Каша, например, 150 грамм и плюс 1 банан можно. Следуя этим простым рекомендациям, вы с успехом сбросите лишние килограммы. Будете чувствовать прилив энергии на протяжении всего дня.